минувшие выходные в Новокузнецке состоялось одно из самых крупных спортивных мероприятий этого года, инициатором которого стала администрация нашего города, а также Евраз. По центральной улице Кирова прошел легкоатлетический забег. Участие в спортивном празднике принял и Новокузнецкий хоккейный клуб, который делегировал для участия в забеге одного из самых перспективных воспитанников «Металлурга». Компания «Евраз» и хоккейный клуб «Металлург» связывают давние партнерские отношения. Очень приятно, что хоккейный клуб поддерживает нас в пропаганде спорта в нашем городе. И очень приятно, что представитель хоккейного клуба Иван Емец сегодня выйдет на дистанцию и станет участником большого спортивного праздника. Участие в сегодняшнем забеге принимал нападающий юниорской сборной России, участник минувшего чемпионата мира, один из лидеров кузнецких «Медведей» Иван Емец. Нападающий новокузнецкого хоккейного клуба стартовал в забеге протяженностью 5 километров. Для нашего форварда эта дистанция оказалась привычной, ведь в межсезонье тренерский штаб «Медведей» летом в ходе подготовки к сезону предлагает нашим хоккеистам куда более серьезные нагрузки. Ну, для меня, может, не очень тяжелая, потому что мы на сборах и 10 километров бегаем. Ну а для людей, которые пришли в первый раз, конечно же, будет, может быть, и непросто. Ну, за неделю-две меня пригласили на это мероприятие, я согласился. Когда пришел, был очень удивлен, столько народу, конечно, не ожидалось. Ну, сразу видно, как бы, что Новокузнецк спортивный город, что люди пришли пробежать, и это очень радует. Участие в забеге в общей сложности приняли более 300 человек. Это сотрудники Евразы, а также просто любители спорта и новокузнечане, занимающие активную жизненную позицию. В их числе были и болельщики «Металлурга», которые не преминули возможностью пообщаться в неофициальной атмосфере с нападающим кузнецких «Медведей» Иваном Емцем. Это очень круто. Мы смотрим, болеем за «Металлург». Я лично постоянно болею за «Металлург», очень люблю хоккей. И рада видеть Ивана в данных соревнованиях. Смотрю на него с трибуны, а теперь вижу его здесь вживую. Это очень круто. С нами бежит, знаю, нападающий. Знакомый мой Иван Емец. Очень хорошо, что он показывает своим примером подрастающему поколению и нынешнему взрослому поколению, что пример здорового образа жизни. Хоккейный клуб «Металлург» и далее будет продолжать принимать активное участие в спортивной жизни города, показывая на своем примере, что спорт на любом уровне, от массового и любительского до профессионального, интересен и полезен для всех возрастов.